Анонс и точно дата выхода 14 серии турецкого сериала «Чужая девушка». 14 серия сериала выйдет в эфир 6 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Зелиха забрала Эзо и сказала, что она не позволит быть ей рядом с таким человеком, как Харун. Он поднял на нее руку, и Эзо не должна этого прощать. Но Эзо пытается убедить свою маму в том, что она любит мужа и все равно к нему вернется. Эзо пришлось рассказать маме о том, что она убила своего отца, и теперь Харун угрожает ей этим. В полицию поступило сообщение, что в саду у Харуна закопан труп. Он убил человека и затем спрятал тело. Сихер преследовала Бекира и хотела убить его, но Эзо оказалась рядом и остановила ее. Бекир угрожает Сихер фотографиями и настаивает на том, чтобы она вышла за него замуж. Зелиха предупредила Джавидан, что она заберет своих дочек и уедет из этого ада. Сихер сказала своей маме и Эзо, что они очень сильно опоздали. Джавидан советует попрощаться Зелихе со своей драгоценной дочерью, пока у нее на это еще есть время. Эзо, увидев Али, стала просить за все у него прощения. Она попросила больше ее не ждать и начать свою жизнь без нее. На этом их история закончилась, так и не успев обрести счастливого конца. Джавидан отправилась в участок, и она готова назвать имя человека, который убил ее сына. Напомним, 14 серия сериала выйдет в эфир 6 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.